Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал. Меня зовут Роман Ахмедов, живу в городе Майами, штат Флорида. Нахожусь у дилера Audi и снял уже два ролика, как SUV, так и седан, на складе Audi. Хочу вам показать, что находится внутри салона, какие есть марки. Понятно, что здесь жир, все красиво, есть свет, можно показать, потому что я показывал на складе, там была у нас закрытая парковка, было не так хорошо видно. Здесь я могу показать вам и экстерьер хорошо, и интерьер. Соответственно, будем смотреть сейчас, что у нас находится внутри салона. В принципе, весь сегмент Audi здесь у нас есть. Давайте смотреть, вы знаете, что сделать, подписаться, поставить лайк и, конечно же, откомментировать. Поехали смотреть. Скажу честно, очень приятно снимать в салоне, потому что, во-первых, прохладно. У нас все-таки Флорида, жара, на улице 28 градусов. И, конечно же, здесь есть свет, и, само собой, здесь все чистенько. Машины все вылизанные, чистые для продажи. Итак, давайте смотреть, вот на это я уже первого у нас просто рядом стояла. Здесь RS7. Я считаю, что, не знаю, этот культовый автомобиль для меня, потому что я как-то в свое время первый раз, когда увидел еще его на фотках, я влюбился в этот автомобиль и сказал, когда-нибудь я куплю себе RS7. Никогда не ездил на Audi, но мне всегда Audi нравилось, вот правда, вот всегда нравилось. Но все никак, руки не доходили до возможности, всегда выбирал другую марку. Я вообще, честно говоря, BMW-шник, я люблю BMW, правда, как и, наверное, многие ребята любят BMW, Mercedes. Audi для меня марка, которая, знаете, когда... как и Porsche. Она вроде бы есть, вроде бы хочется, но не, ну, получается покупать еще другое. Я вообще сейчас приехал в Америке, у меня семейный автомобиль вообще Volkswagen. Ну, тоже Volkswagen Group это все, но тем не менее это Volkswagen, понимаете? Как бы ты скажешь, чувак, где Audi, где твой Volkswagen? Согласен, потому что двое детей, нужна большой автомобиль. И я, собственно, не хотел переплачивать 80 или 90 тысяч за Q7, я купил себе Volkswagen Atlas. Да, ничего страшного, еще годики, я в любом случае себе куплю либо Q7, либо Q8, что-то из этой серии, в любом случае я что-то буду думать, потому что ездя по автосалонам, я понимаю, что мне хочется взять премиум-класс какой-то, и вот Audi одна из моего списка выборов. Итак, ладно, про меня, давайте про машину. Как вы видите, здесь очень-очень нарядный автомобиль, все-таки это RS-ка, самозаряженная, RS7, у него 21 диски, сразу обращу внимание, потому что я забываю про диски говорить, про диаметр 4-литровый, значит, у нас цена данного автомобиля 139 740 по MSRP, но учитывая, что дефицит этих автомобилей, дилер решил сделать adjustment market, он добавился $10 000 своих, и цена сейчас будет 149 740, но... Ребята, вы работаете со мной. Эти $10 000 мы постараемся просто тупо убрать и сделать его 139 740. Поэтому, если кому-то интересно, этот adjustment market, даже может постараемся еще дополнительную скидку выбить у этого дилера. Потому что дилер на самом деле очень лояльный по отношению ко мне. И говорит, если ты приходишь со своими клиентами, будем все индивидуально обсуждать и будем все решать. Главное, что мы можем дать тебе скидку, если ты придешь со своими клиентами. Но, как вы знаете, когда вы приходите сами как клиент индивидуально, здесь начинаются качели, и это очень долгая история. Кто был в Америке или кто покупал автомобиль в Америке, тот прекрасно понимает, что здесь это на долгие-долгие часы. Со мной же это все будет быстрее и будет эффективнее, и самое главное, что вы сэкономите большие, огромные деньги. Итак, ребят, смотрим на данный автомобиль. У нас карбоновые зеркала, видите, как классно, карбоновые камеры 360 я вижу. Здесь у нас идет память сидений, очень классно встроена вот эту дугу, прям нравится то, что она металлическая. Я надеюсь, она не пластмассовая, а действительно... металлическая, да, она металлическая, ребят, по ощупу чувствуется, ну, как бы, первые ощущения такие. Приятная кожа у этого автомобиля, здесь кожа с перфорацией, ну, прям, ну, вы сами понимаете, дорогой сегмент, здесь выдвигается эта вот часть сидения, комфортное сидение. Понятно, что у вас все есть функции по сидениям здесь, вы можете их настраивать под себя. Давайте присяду в этот автомобиль, все-таки насладимся вместе, потому что этот автомобиль для людей, которые понимают, что они покупают за эти деньги. Итак, здесь у нас, как вы видите, есть лючок. Я так поверну камеру. Два экрана больших. Есть под климат-контроль, есть под мультимедиа. Есть полностью у нас дашборд. Понятно, что само собой цифровой идет. У нас есть head-up дисплей здесь. Адаптивный круиз-контроль я вижу. Здесь есть. Ну, а что тут говорить? Это самая заряженная RS7. Алькантара у нас, кстати, на карте дверей. Очень приятная. А у нас потолок Алькантара или нет? Нет, потолок не Алькантара.
Конечно, само собой, RS7, очень приятная кожа. Здесь тоже она немножко грубоватая, в отличие от других марок, но тем не менее, мне кажется, она более стойкая в этом плане. Сзади место. Доводчики двери есть, кстати? Да, доводчики двери есть. Ребята, вау, доводчики двери. Как же мне нравится, когда автомобили с доводчиками дверьми. Здесь у нас, понятно, лейба, когда вы открываете ночью, очень красиво будет смотреться RS7. Сзади место, понятно, это больше машина для двух людей. Понятно, что она предназначена для четверых, но тем не менее, это машина больше для двух людей. Здесь у нас климат-контроль полностью цифровой. Есть две зарядки Type-C и прикуриватель 12 вольт. Все это мы имеем. Давайте посмотрим, как он выглядит сзади. Очень красивый автомобиль, считаю, достойный автомобиль, ребят. Поэтому цена у него $139 000 от меня. А от дилера 149, или сколько там было? 149. Поэтому с этим можно побороться, понимаете? С этим можно побороться, когда вы приходите, не чужое, приходите и начинаете качать здесь. И говорить, что вот мой клиент, ему надо именно эта цена. И всегда можно подумать, как менеджмент прогнуть. Так, давайте посмотрим следующее. Это у нас красного цвета Q7, S-Line пакет у нас. 2-литровый стандартный. Я показывал, в принципе, просто в более-менее чистом варианте. 47,055 она стоит. Эта машинка. Считаю, что красного цвета, это прям девочки, девочки, всем привет. Если вам нужен красный автомобиль Q3, пожалуйста, обращайтесь. Ну, я думаю, мальчики на таких автомобилях, я не буду сейчас дискриминировать никого. Тоже, опять же, мне нравится то, что вот Audi есть такая штука, даже на Q3, на простом даже S-Line пакете это есть. А здесь уже, как я и говорил ранее, почему я путался, есть некоторые Q3 еще вот с таким экраном, вот знаете, вот здесь экран вот так вот выдвигается, а есть уже новая генерация, как вот, собственно, было сейчас на R7, на RS7, а вот уже здесь в новой генерации идет экран встроенный вот так вот в торпеду, и, собственно, здесь, ну, здесь крутилки, как вы видите, здесь у нас есть подогрев сидений, но нет вентиляции. Ну, это, в принципе, понять можно, потому что нет перфорации на коже. Ну, в принципе, даже если есть перфорация, не всегда есть вентиляция. Надо смотреть по комплектации. Здесь у нас стандартный рычаг управления селектора передач, коробки. Есть у него панорамная крыша, кстати, имейте в виду. Вот такая вот панорамная крыша. Небольшая, не в полную, не полностью всю, во всю крышу, но тем не менее. Нет head-up дисплея, нет памяти сидений, не вижу, и нет камер 360. Комплектация? Нет. А, есть камеры 360, ребят, прошу прощения, есть камеры 360, нет head-up дисплея. Ну, я думаю, что за такие деньги, вы знаете, вы и так получаете очень много. Как я и ранее говорил, на все эти автомобили, которые вы сейчас видите, на всю эту цену, которую вы сейчас видите, если, конечно, не включая вот этот автомобиль, RS7, там еще есть RS8, мы можем сделать, добиться скидки. Если, допустим, этот автомобиль 47 тысяч долларов, от меня вам будет цена на данный автомобиль 45 тысяч долларов, 2 тысячи долларов. Спокойно мы получим скидку, если мы придем вместе с вами и будем договариваться с дилером. Так что, ребят, пишите мне в Инстаграм. В любом случае, я максимально на вашей стороне. И будем, может, даже не больше, больше 2 тысяч долларов будем выбивать скидку от Audi. Итак, 2024 Audi Q5 S-Line пакет, 2-литровый автомобиль, как я и показывал ранее в других роликах. Все, в принципе, то же самое, только, я говорю еще раз, в чистом виде. 56,740, минус 2000 от меня. Что мы здесь имеем? Камеры 360 мы имеем. В принципе, мне кажется, в S-Line камеры 360 у Audi везде стоят. Если я не ошибаюсь, конечно. Итак, идем дальше. Что у нас? По экстерьеру у нас все понятно. Стандартный серый цвет. Здесь ничего не поменялось, в принципе. Да, ничего не поменялось. Есть у него, вижу я, люк большой. Даже не люк, это панорама. Панорама с люком совместно. Что у нас здесь? Да, в принципе, с этой стороны. Вот, о чем я и говорил. Смотрите, сейчас я вам покажу. Доводчиков дверей нету, я сразу вам скажу. О чем я и говорил, ребят. Вот, видите, вот этот экран. Это идет старая генерация. Сейчас же вы видели, как на Q3. Здесь у нас встроенный экран. Мода меняется, то экран модный у нас вот такой вот, на торпеде, скажем так, выезжающий, то опять у нас получается встроенный экран. Ну, автопроизводители сами видят тенденцию нашу, как ее крутить, вертеть нами, как нас разводить. Каждый раз что-то новое придумывают. Здесь стандартные крутилки, стандартные кнопки от Audi. Кстати, очень приятные крутилки, мне нравятся в Audi. Я еще раз говорю, я не являюсь пользователем Audi, но настолько мне нравится этот автомобиль, что
пока не покупаю. Но я хочу купить, честно. Как и в свое время я снимал Lexus и говорил, блин, Lexus это все-таки практично, Lexus это классно, но у Lexus очень скучный. И он все-таки японский, да. Но тем не менее, у каждого марки есть свои приверженники, и они, каждый найдет свое. Кстати, здесь есть у нас память сидений. Да, есть память сидений, очень круто. Очень круто. Так, окей. Камера 360, я вам сказал. В принципе, все. Давайте перейдем вот к этому автомобилю. Это у нас RS5. Там была S7, а это у нас 5. Цвет спорный. Я бы, конечно, такого цвета автомобиль не покупал, но я знаю, что мне мой знакомый любит такие серые цвета. И он говорит, я только на сером автомобиле буду ездить. Ну вот видите, сколько людей, столько мнений. Здесь, собственно, смотрим, это все-таки RS-ка, здесь она заряжена, здесь у нас есть Head-Up дисплей, здесь есть и камера 360, и полностью Black пакет, это полностью как, не знаю, Shadow Line пусть будет, Black пакет, это будет кому как удобнее. Итак, цена 2,9 литров данного автомобиля, 8-ступенчатый автомат, цена у него 86 285. Отличная цена. Скидку от меня получите в любом случае, ребят, получите, потому что мне нравятся Audi, дилеры Audi. В данном случае эти дилеры Audi, машина закрыта, показать вам не смогу внутри. Мне нравится то, что они идут навстречу и с брокерами могут договариваться. Европейские у нас RS6, это чисто европейский стиль. Я знаю, что прям в Европе, конечно, очень любят. Я честно, не фанат вагона. Я все-таки фанат седана, SUV. Но вагон в данном случае, как и в случае еще с каким, я не помню, с BMW, по-моему, или с Mercedes'ом, очень нравится. Купил бы я себе такую машину? Да нет, я бы себе не купил, честно. Я бы купил бы себе седан или SUV. Но нравится? Да, нравится. Вот так он выглядит. Давайте посмотрим, машина открыта. То, что нравится еще у Audi, то, что здесь карбон. И очень красивый такой карбон. Но заводской, понимаете, это не просто какие-то там в гараже налепленные карбоны. Вот камера 360 есть. Head-up дисплей есть у нас. Смотрим сам автомобиль. В принципе, автомобиль ничем не отличается от RS7. Да, в принципе, ничем. У него даже здесь алькантара на селекторе передач, представляете? Хотя крыша у нас внутри не алькантара. Здесь у нас панорамная крыша, сиденья шикарные. В принципе, все то же самое, ребят. Память сидений, вентиляция, подогревы, все это у нас здесь есть, потому что самозаряженная версия. Давайте смотреть цену. Тут единственное, конечно же, очень много места, сами понимаете, это вагон. И диски здесь 21-е, кстати, да. Красивый, очень красивый цвет. Рисунок этих дисков очень красивый. Посмотрите, какие суппорта. Ёлки-палки, охренеть. Просто охренеть можно. Вот. Я не знаю, передает ли камера, но вот с руки, вот честно, вот рука, вот такой же суппорт стоит у него, офигеть. Диски, конечно, просто нереальных размеров, нереальных размеров. Машина, конечно, седан, ну там вагон, да, седан пусть будет. Этот вагон вроде бы как низкий, но посмотрите, насколько он здоровый, блин. Обалдеть. Так, ладно. 4-литровый. Quattro, само собой, понятно, полный привод. Цена у него 142 840. Ну, для вас 140 будет. Можем даже еще поторговаться. Я думаю, что поторгуемся, ребят. Где 140, там можно сделать 130 с чем-то. 138, 139, что-нибудь можно придумать. Итак, идем дальше. Это у нас классический А3. Не S-Line пакет, как мы видели очень много на стоянке. Был S-Line. Здесь у нас А3, просто 40. Двухлитровые 42 985. За 40 тысяч его можно спокойно выторговать и забрать. Новый автомобиль, можно взять его в кредит, в лизинг, если у вас есть документы, без Social Security Number, ни в кредит, ни в лизинг, в лизинг не более, в кредит нельзя взять. Без Social Security Number нет, нельзя. Audi работает только с Social Security Number. Здесь же, как вы видите, в новой генерации уже Audi A3. Насколько меня удивляет, А4 еще не в новой генерации, там еще по-старому у нас селектор передач, по-старому экран, дашборд по-старому, все по-старому. Здесь же в А3 младшей модели все по-новому. Обалдеть. Значит, она все-таки более покупаемая, А3. Потому что если бы покупаемая была бы больше А4, они бы ее больше бы быстренько ее переделывали под новую версию. Согласитесь?
память сидений тоже очень грамотно. Вот нравится. Нравится. Смотрите, как красиво обыграна память сидений. Стоковая музыка, кстати. Я про музыку даже вам не говорю. Музыка стоковая. Посмотрите на заряженных версиях, какая там музыка стоит. Стоковая музыка. Сзади здесь место есть, действительно. Здесь можно сесть два человека спокойно, даже три человека сядет, если не полных. Ну, вот как-то так. Так, идем дальше. Давайте посмотрим SQ8. Очень красивый автомобиль. Прямо вот он сейчас в чистом виде стоит. Без пленок, без всяких... ну, в общем, в салоне стоит все-таки чистый автомобиль. Это же у нас Lamborghini Urus, по факту, только в виде Audi. Если вы не смотрели обзоры автоблогеров всех, если там открыть торпеду, вытащить из внутрянки, там все будет написано Audi, а не Lamborghini. По факту это все Lamborghini Urus. Ну, в виде Audi. Или Audi в виде Lamborghini Urus, как вам удобнее. В общем, вы суть понимаете. Здесь у нас, конечно же, уже идет под карбон. Ну, это даже не под карбон, хотя под карбон даже. Здесь идет у нас карта дверей, память сидений красивым. Так, на чем я остановился? Тут мужик меня отвлек. Так, я говорил про карту дверей. А, музыка. Музыка Bang Olufsen. Кстати, это датская компания, очень крутая. Хорошая музыка здесь. Они давно уже, по-моему, лет 40 точно не на рынке. В общем, топовая музыка, хорошая. Итак, что у нас по внутрянке? Здесь у нас, кстати, алькантара. Потолок у нас алькантара и панорамная крыша идет. Перфорация на сиденье, кожаные сиденья очень приятные, такие как у Lexus. Вот здесь уже кожа у Audi поприятнее, помягче, в отличие от других моделей. И давайте, конечно, присядем, повизуализируем немножко. Места, конечно, здесь мало снимать. Два экрана, камеры 360 есть, адаптивный круиз-контроль есть. Что у нас еще есть? Да, в принципе, все. Очень красивый с электропередач. Мне нравится здесь такой, с перфорацией такой, с точечными этими. Класс, класс. Насколько это все практично, не спрашивайте. Вот это точно не практично. Это царапается быстро. Могу сказать по своему опыту. Так, хорошо. Кстати, здесь нет head-up-дисплея, ребята. Нифига себе. Давайте посмотрим, сколько стоит этот автомобиль. Есть ли тут доводчики? Доводчиков тоже здесь нет, кстати. Ничего себе. Доводчиков тоже здесь нет. Камеры 360 я видел, да, есть черные, но получается у нас black пакет, да? Да, black пакет, красивый цвет, белый. Я, мне нравятся белые автомобили. Смотрим автомобиль, сколько стоит. SQ8, 4-литровая, 8-ступенчатый автомат, $108 000 стоит данный автомобиль. Поэтому, ребята, очень даже привлекательно. Очень даже прикольный автомобиль. Ну, ценник, мне кажется, дороговат, мне так кажется, дороговат. Так, смотрим, у нас это что такое у нас? Это у нас электричка, судя по всему, да, электричка, вижу. Да, это у нас Q4 Sportback e-tron Quattro. Так, с двумя моторчиками, 67 455, цена данного автомобиля. Поэтому, ребята, смотрим, что мы имеем. А мы не имеем камеры 360. Мы имеем новую генерацию, я имею в виду, интерьера. Очень красиво, очень. Мне нравятся такие рубленые, прям тык-тык-тык, везде рублено, прикольно. Это вообще торпеда такая выпирающая. Места здесь достаточно даже в этом автомобиле, поверьте мне. Так, прикольно. Давайте с другой стороны, память сидений вижу, купе. Кстати, в Майами очень много этих автомобилей ездит. Электричек вообще в Майами стало больше ездить. Прямо очень, значительно больше. Вот, поэтому... На электричке, я сразу скажу, будет скидка у вас от $7000. Вот 8 миль машина проехала. Такой маленький экран. Необычный такой маленький экран. Хотя, с другой стороны, большой. Такому автомобилю тоже не подойдет. Но, тем не менее, вот здесь маленький экран такой. Что у нас? Ну, память сидений, само собой, есть. Идем дальше. Интересный автомобиль. Ну, электричка, ребят. Вы знаете мое отношение к электричкам. Пока я не могу. Пока не могу их принять. Надо принимать. Ну, новое время уже. Надо принимать, но никак не могу принять. Итак, давайте смотреть А5 S-Line. 2-литровый автомобиль. Цена у него 64 290. Вот так вот выглядит кабриолет. Convertible, как здесь говорят. Как я и ранее говорил, вот это еще старая генерация. Здесь еще не поменялся. Не поменялось у нас. Скажем, наша приборная панель не поменялась.
есть подогрев, есть вентиляция. Так, ну, а так, в принципе, приятная кожа, грубовато чуть-чуть. Ну, по Audi все, все по-немецки, все по-немецки, четко. Очень нравится. Я даже, честно говоря, не знаю, насколько, какие здесь модели, надо посмотреть, какие здесь модели собираются именно в Америке, а какие модели приводятся из Германии. Так, к высокому лакшери сейчас вернемся. Давайте посмотрим сначала вот этот автомобиль еще. Это у нас SQ8 23 года, 4-литровый. Тут же должно быть написано, где сборка у нас. Я чуть не вижу. Сейчас посмотрю. Запас хода, конечно, у него маловатый. Цена данного автомобиля 118-840. Где тут написано Germany, USA. Не вижу, что-то я так далеко. Ой. Пока не вижу. А, вот, смотрите, вот, нашел. Сорян. Значит, Germany 52% и Словакия 28%. Вот так вот. Вот так вот. Трансмиссия Germany. Вот и все. А у нас это тоже Germany. Germany 60%. Видите, написано. Я имею в виду, это пятый. Вернемся к пятому. Germany. Да все, наверное, немецкое. Больше немецкого, наверное, чем американского. Вот, давайте еще посмотрим вагон. А6. Здесь он просто в простом виде, этот вагон. 3-литровый классический мотор. 75-315 автомобиль стоит. Это у нас вагон. Очень красивый внутри салон. Нравится. В новый уже. Как в новый? Это уже не новое. Это я так уже со старыми сравниваю. С новым интерьером. Вот у нас тут очень красивые немецкие сиденья. Прям, вы знаете, эта машина приятно стареет. Честно вам скажу. Я помню, у моего друга была А8 в Москве. И что-то, по-моему, 2000 какого-то года, я не знаю, 2001 года. Даже не 2001, вру, там какого-то 95 или какого-то 98. Но она реально, садишься, там это был 2017 год или 2016 год, мы на нее ездили как-то по работе. И машина приятно стареет. Прям приятно стареет. Машина прям реально классная. Итак, идем к лакшери сегменту R8. Этих машин практически нет, честно скажу. Они в таком жестком дефиците. Они продаются, понятно, что с Adjustment Market, V10, чтобы вы понимали это. Машина, интересно, открыта. Давайте посмотрим. Да, машина открыта. Смотрим, значит, R8. Здесь, конечно, не дать не взять. Да, музыка тут топовая. Бонг Олсен, как и до этого было. Какой приятный руль. Просто класс. Класс. Да, эта машина, конечно, честно скажу, для людей, которые много чего добились в этой жизни, пошли, просто взяли, купили этот автомобиль, неважно, в кэш, в кредит. Главное не в том, что это кредит, главное в том, что этот кредит можно оплачивать. Интересно, нет доводчика двери здесь? Это больная тема для меня. Нет, представляете, доводчика двери здесь нету. Машину закрывать надо вот так. Окей, ладно. Камеры 360 здесь тоже нету. Ходап дисплея здесь тоже нету. Вот так, ребят. Ну, зато есть лошадиные силы. Давайте смотреть, сколько он стоит. Итак, смотрим. 5,2 литра двигатель V10. 562 лошадиные силы. Вот так приближу вам. 562 лошадиные силы. Нормальный такой он. И стоит он $179,000. На этот автомобиль, я думаю, что мы вряд ли получим скидку. Но поговорить можно. Но, тем не менее, этот автомобиль у нас будет в дефиците, и он есть в дефиците. Не вижу здесь Adjustment Market, в любом случае он есть, мне кажется, просто его не повесили. А если даже его нету, то это будет очень даже круто. Смотрим рядом. Это у нас тоже восьмерка. А, нет, это V10 вообще. А, тоже, в принципе, V10, только у нас кабрик. Все то же самое, только кабрик. Нет, все-таки есть Adjustment Market, смотрите. Я вам сразу скажу, вы смотрите, цена данного автомобиля $187,000, ну, 187-190, 5,2 литра, V10, 7-ступенчатый автомат, 562, в принципе, такой же, как и этот соседний автомобиль, просто кабриолет. И есть Adjustment Market. Adjustment Market, чтобы вы понимали, $30,000. $30,000. А здесь будет сложновато, конечно, побороться с дилером, потому что все прекрасно понимают, что этих автомобилей скоро не будет выпускаться. Эти автомобили в большом жестком дефиците.
И то, что они сейчас находятся в салоне, это еще, как бы, можно сказать, это очень круто. Давайте посмотрим вот такую вот в белом цвете R8. Как-то она, мне кажется, по-другому смотрится. Давайте сравним. Напишите комментарий, прав я или нет. Как-то, мне кажется, она по-другому смотрится. Вот если взять эти три автомобиля, она вообще-то смотрится более заряженной. Хотя они все одинаковые. Итак, то же самое R8, в салоне все то же самое. Может быть, по комплектации что-то отличается, но сомневаюсь, что что-то отличается по комплектации. Здесь нет ни хода в дисплее, ни камер 360, зато есть карбоновые вот такие вот зеркала, внешний вид, карбоновые вставки вот такие вот здесь на жабрах. Вот здесь карбоновые вставки. Ну, поэтому здесь карбоновый спойлер, вот почему. Я думаю, почему он так красиво смотрится. Здесь карбоновый спойлер, карбоновые вставки, диски. Я сейчас посмотрю диаметр, размер 20-20, как бы, да, 20 диски. Ну, просто карбоновые вставки на белом очень круто смотрится. И здесь то же самое, есть аджастмент, 30 тысяч долларов. Смотрим данный автомобиль, он стоит 229-190 по MSRP. Это 5,2 литра, 602 лошадиные силы, V10, это более заряженная версия, но это самая заряженная версия, скорее всего. И вот, собственно, цена данного автомобиля 259-190, 30 тысяч долларов, видите, adjustment market, корректировка рынка. Потому что этих автомобилей, давайте так вот встану, потому что этих автомобилей нет в наличии, а если есть, то они вот с такой вот переплатой. Ну, поверьте мне, люди, которые покупают такие автомобили, для них 30 тысяч долларов деньги, понятно, само собой, но, наверное, не такие критичные. Пока мы, я точно за себя буду говорить, я пока на другом уровне, и таких автомобилей только могу мечтать. Честно, не буду лукавить, я не какой-то супер-пупер богатый человек. Я человек, который постоянно херячит, постоянно работает в сфере недвижимости, в сфере автобизнеса. И мне это очень нравится, и поэтому, друзья, я могу так сказать, кому интересуют такие автомобили, моя команда вместе со мной, будем максимально стараться чаще ездить самому тоже с клиентами, потому что некоторые клиенты обижаются, что я не езжу, потому что они разговаривают со мной, в итоге я их передаю команде, передаю нашим ребятам, ребята начинают подыскивать какие-то варианты по их запросам, едут вместе с ними, покупают, ну, люди хотят, как все, в принципе, люди хотят пообщаться с первоисточником, кого они смотрели в YouTube или в Инстаграме. Поэтому, ребят, максимально буду стараться находить время ездить со всеми. Буду благодарен, если вы напишите комментарии по Audi, что вы думаете. Мне кажется, ассортимент Audi очень большой, мне он очень нравится. Это на сегодняшний день самый лояльный дилер, который делает хорошие скидки. До сегодняшнего дня я могу сказать, что ни BMW, ни Lexus, ни Mercedes, ни Porsche тем более, ни еще кто там у нас, кто там из этой четверки, пятерки, никто не делает таких скидок, как Audi. И Audi очень сильно сравнялась по цене с Lexus. Я вам честно скажу, я смотрю на Lexus, сравниваю модели Lexus, допустим, RX 350, с Audi, цена, в принципе, одинакова, да, там, на Q7 то же самое, ну, как бы, Q5 не беру в расчет, потому что NX, допустим, взять 350 или Q5 взять, цена, в принципе, даже на Q5 будет дешевле, если мы получим скидку, если вы придете со мной и получите скидку, цена будет дешевле на Audi, потому что, ну, Q5 выгоднее взять. У Lexus свои фанаты, у Audi свои фанаты, я понимаю. Не обижайтесь, ребят, все нормально, я понимаю. У каждого модели, у каждой марки есть свои фанаты. Как-то так, посмотрели то, что мы имеем в автосалоне. Благодарю, что вы досмотрели до этого момента. Если вам интересуют услуги по подбору автомобиля, как и в лизинг, так и в кредит, так и отправить за границу. За границу, подчеркиваю, отправить автомобиль быстрее всего будет юзанный, с техническим пробегом, потому что он есть в наличии, у него есть тайтл, тот же самый ПТС. Мы можем его просто выкупить и посадить в автовоз, отвезти его в порт и отправить вам его в Казахстан, Кыргызстан, Грузию, в Арабские Эмираты, куда, собственно, больше всего ездят автомобили. Это не проблема. А новый автомобиль придется ждать тайтл, придется оплачивать все фи, включая налог на штат, включая страховку покупать, стоянки и так далее, и так далее. Это все стоит денег. Но принципиально люди, некоторые покупают новый автомобиль, говорят, я хочу только новый. Окей, просто дольше ждать и больше дороже стоит все это.
Обращайтесь, в любом случае, наша команда вместе со мной поможет вам 100% в этом вопросе. Ну, постараемся помочь, это уж точно. 99,9%. Все, ребят, большое спасибо, что смотрели до этого момента. Благодарю, если вы поставите этому видео лайк, и подпишитесь и напишите комментарий. А если вам еще и понравилось, поделитесь с друзьями. Поэтому пишите, звоните. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока.